Здравствуйте, друзья! С вами Дачный сюжет и я, Галина. Сегодня 10 августа, ближе к осени. Все начинает уже как-то желтеть, как-то портится. Ну, еще будем надеяться, все будет хорошая погода. Сегодня я хочу вам показать свои пеларгонии. И те, которые у меня просто приобретены были, прошлогодние немножечко осталось. И те, которые у меня были посеяны из семян. Которые я сажала одни с органоминеральным удобрением буйским, а другие со смокотом. И земля была разная немного. В одной побольше было магазинной земли, в другой было побольше своей домашней огородной земли. Вот давайте сейчас и посмотрим. Ну, а начну я с тех, которые я купила. Просто купила в магазинчике. Это не селекционные, не коллекционные. Это просто вот купила в магазине. Вот интересненько. Вот сейчас вечер, и как раз вот можно разглядеть нормальный расцветок. Очень симпатично. Это я сортов не знаю. Это я покупала именно в магазине. Вот так вот. Вот такие вот. Вот они глазастенькие. Вот она. Это, по-моему, прошлогодняя у меня. В прошлом году она у меня цвела. Вот, пойдемте дальше еще посмотрим. А вот в кашпо, тоже купленный в магазине в прошлом году. Этот же сорт был замечательный. Но так как я его не сохранила, пришлось купить обратно, по новой. Но в прошлом году он просто... Вот, все кашпо я от цветков не видела. Вот, вообще не видно было кашпо. Сплошное и одни цветы. В этом году что-то плохо. То ли земля, то ли заливает, то ли резкие перепады температур у нас 130 с лишним, то под чуть ли не 10 ведь ночами. И это средине лета. Но все равно глазастенькие. Они мне очень нравятся. Вот пойдемте еще посмотрим в другом кашпо. А вот это у меня яблоневый цвет. Это прошлогодний у меня. Вот прекрасно, тоже растет в кашпо. Вот этот меня радует. Вот единственное, что хожу, вот так вот выщипываю вот эти старенькие. Обязательно выщипываю, потому что, во-первых, это мусор получается вокруг. Вот так вот. Ну и плюс потом они как-то вот общипнешь их вроде бы, и они раз и сомкнулись. И опять хорошенький красивый букетик. Вот нормально. Это у меня вот прошлогодний, очень красивый. Мне очень нравится и цвет, и они как-то вот хорошо себя чувствуют. А вот это было мое прошлогоднее приобретение, когда в маленьком кашпо, там огромное, они просто мешались даже, вот просто нехорошо было. Я решила их посадить вот в такое кашпо. Ну, не скажу, чтобы они сильно разрослись. И вот опять выбираю старенькие. Вот, вот, обязательно надо вот эти палочки пустые отламывать. А вот теперь пойдемте еще пройдем. А вот здесь у меня розыбудные. Но их я посадила вот вообще в очень большое кашпо. Ну, правда, здесь у меня керамзит, а потом уже земля. Ну, вот один кустик почему-то нормально цветет. И он давно уже цветет. Вот этот кустик никак не хочет. Здесь два куста. Но зато зелени сколько много. Это, по-моему, именно жирует. Пойдемте еще посмотрим. А вот сейчас мы подходим к моей любимице. Калиопы Dark Red. Она в прошлом году была шикарная. Ну и в этом году, посмотрите, какая шикарнейшая. И это один куст. Один куст. Посмотрите, какие крупные цветы у него. У этой пеларгонии. Какие шапки красивые. А тут еще вон сколько висит у нее. Почему я говорю, когда будете, отщипывайте и смотрите. Потому что здесь очень много остается еще. Вот, смотрите. Вот как. Здесь шапочка, а здесь вот запасные. Ну, очень красивый сорт. Во-первых, он не примитивно красный. Вот сейчас я тенек опять создам. Не примитивно красный, но он такой насыщенный. Вот посмотрите, вот даже молоденькие, даже какие-то вот с каким-то отливом, какие-то бархатные. Ну, ну, очень мне это нравится, пеларгония, ну, очень. А вот эту белую я в прошлом году приобрела на рынке. Она долго-долго мучилась. Потом выяснилось, что она просто бабушка, которая мне продала, отломила веточку и просто всунула в землю. Корней у нее не было, и она долго мучилась. Но она у меня перезимовала. Вот, интересненькая такая, полумахровенькая. Очень интересная. Вот этот я приобрела. Но почему-то разрастаться не хочет. Вот этот мне в прошлом году подарили.
Ну вот как был он в прошлом году, вот этот кустик, так он и остался. Ну не хочет расти он, ну что ты будешь делать? Ну, наверное, придется черенковать. А вот теперь давайте посмотрим мои королевские. Вы посмотрите, какое рыдание. В один день съела какая-то гусеница. Я оглянуться не успела, вот просто потом общипала, чтобы все-таки, хотя вот бутончики. И знаете, отцвела она очень даже неплохо. Ну, не скажу, что огромные шапки были, как из магазина, но очень даже неплохо. Очень тут хорошие, приличные шапки, вот даже вот цветы, глядите, какие крупные. Так что, может быть, и ничего. А вот это вот я приобретала черенком в русском огороде. Приехали, ужас какие, ну все-таки более-менее, и она тоже цвела, и хорошими шапочками цвела. Вот такая здесь у меня. А вот у меня красивые мои ампельные. Это вот дочка моей самой-самой-самой первой, посмотрите, какие шапки, это что значит молодые. Вот сейчас мы пойдем еще ампельные посмотрим. Вот этой пеларгонии у меня 4 года, она цветет у меня 4 года. Я ее ни разу не пересаживала, ни разу. Мне в прошлом году не поднялась на нее рука. Но вот вы видите, она очень даже неплохо цветет. А вот давайте посмотрим сейчас, мы уже одну посмотрели, дочку от этой пеларгонии. А вот еще. Вот, посмотрите, конечно, покрупнее она, помощнее. Вот здесь вот и зелень, конечно, более такая насыщенная. Но в то же время и старенькая ничуть не уступает. Вот это вот я показывала в начале лета, которую мне подсказали, что это межвидовая. Вот были огромные листья, по-моему, рукой я не могла накрыть. Но сейчас листвы вообще не осталось, но зато посмотрите, сколько цветов. Посмотрите, вот сейчас поверну еще. Посмотрите, сколько цветов. И глядите, какие огромные шапки. Ну просто шикарные, красивые. Сорт не знаю, эта дочь мне привезла. Вот здесь вот я бордовенький. Вот она уже отцветала, вот сейчас еще по новой зацветает. Темно-бордовая, такая полумахровая, тоже очень симпатичная. А вот у меня получается как бы... Вот сейчас в тенечек... персиковая, даже больше лососевая. Если бы вы видели, какую я ее прикупила. Была в садовом центре, большой у нас садовый центр, где там продают везде и всюду, чуть ли, наверное, не по всей европейской нашей части. Но какой же тут это был заморыш? Ну, такой заморыш! Ну, я не выдержала. Ну, мне уж больно цвет понравился. Я не выдержала, купила. Вы знаете, не оклемался. Не скажу, что уж очень разросся, но оклемался. И цветет уже все лето. Очень замечательно. А вот пойдемте, я вам еще немножко что-то покажу. А вот здесь я кашпо специально сняла. Вот, посмотрите, скажите, что это такое маленькое? А вы знаете, это у меня в течение лета от ветра сломались черноножки. И я говорю, а, чего будет, то и будет. Взяла, просто их сунула и повесила. Вы знаете, они все зацветут, и этот уже от меня отцветает, и по новой зацветает. Так что иногда с ними вокруг них нянчишься, как с бубнами, чуть не с бубнами. А получается, что просто надо просто посадить. Вот сейчас вот эта старенькая отцветная. Единственное, что мне не нравится, чем пеларгония, от нее мусора много. Но пускай, зато растет. А вот эта вот у меня компания, это та, которая из семян. Да, это не коллекционные цветы, это именно, можно сказать, ширпотреб, но посадить на даче, на балконе, да и просто весело. Вот это интересно. Вот смотрите, здесь вот у меня, вот сейчас вот так вот буду выставлять. Это у меня вот этот сорт. Он был микс, вот он, вот такой. Ну, знаете, ну вот такой я больше покупать не буду. Мне как-то он... Хотя вот с другой стороны, вот интересненько. И... Ну вот красненький, самый обыкновенный, самый простейший, примитивно красненький. А вот давайте посмотрим вот здесь вот. Начнем сначала. Вот это у меня квантум. Был микс, не знаю теперь какой сорт. Это вот один квантум. Это который я сажала в землю, в магазинную. Чуть-чуть добавила свой огородный. А вот квантум. Тот же самый сорт тоже. Только вот это там
розовые, а здесь красные. Но посмотрите, какая здесь листва. Здесь больше огородной земли. Можно сказать, чуть ли не глины. У меня тяжелая очень земля. Вот, посмотрите, какие здесь листики, какие здесь. Итак, все цветы у меня получилось. Очень красивые. Вот сейчас давайте посмотрим. Вот этот горизонт роуз. Ну, знаете, здесь такое впечатление, что это все махровенькое. А здесь нет, обыкновенные, примитивненькие, такие простенькие цветочки. Ну, простенькие, ну что теперь делать? Вот он, цветочек. Ну, вот этот более интересный. Вот он все-таки более соответствует. Сейчас посмотрим, какой сорт. Данцентауэр. Вот он больше соответствует. Вот такой вот интересный. Вот горизонта оранж мне как-то не впечатлило. Ну, тоже простой, обыкновенный, ну, рыженький такой вот. Хотя тоже здесь, вот глядите, какой нарисован. Как будто бы вот махровый. Ну, очень так интересно, но в то же время не то. И вот так вот примерно все. Вот сейчас давайте еще посмотрим. Вот розовое мерцание. Сначала это хорошо-хорошо цвел, потом то ли я его залила, то ли еще что-то, ну, не знаю. Вот он не хочет расти. Это розовое мерцание. Хотя он соответствовал, да. Он соответствовал своей картинке. Вот этот сорт, который, в общем-то, мне понравился. Я очень люблю вот с этими серединочками со всякими. Вот посмотрите. Это Divas Picotee Red. Интересный. Но опять посмотрите, листва не очень крупная. Вот давайте вот сюда подойдем, посмотрим. Вот розовенький. Ну, вот сейчас он не такой, хотя вот он немножко поярче был. Сейчас, видите, он отцветает уже. Это красный лед. Он был поярче. Вот этот ободочек, все это было поярче. А теперь давайте посмотрим на то, которое у меня было посажено в горшках. Вот, смотрите. Вот, сейчас вытащу горшок. И сразу скажу, что это Maverick Scarlet Picotee. Вот, посмотрите. Вот какая листва, вот какой цветок. Вот какой высокий, длинный, 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 длинный. Ну, очень мощный, очень красивый, но цветов мало. Видите, это только первый букетик. Вот этот тоже первый букетик, второй уже букетик. Хотя на вот в маленькой посаженке. Хотя вот где мелко он посажен, он уже не первый раз и второй раз цветет. Вот то же самое. Вот где-то мы сейчас найдем этот розовый. Вот он. Вот здесь он и здесь. Но здесь вот все-таки относительно одинаковый. Давайте посмотрим еще другие. Вот, посмотрите, это то, что посажено в горшках. Вот в горшках. Посмотрите, какие высокие, какие мощные. Я не прищипывала, они вон сами там делятся. Все было посажено одним днем. Но только единственное, что разная земля и разная тара. Вот этот обыкновенный, вот этот горизонт, который... Вот сейчас тоже в тенечек. Вот, смотрите, какой красивый большой куст. Вот какой маленький куст вон там, вот здесь вот. И какой здесь высокий. Они все-таки жируют. В домашней земле они больше жируют. А теперь давайте мы посмотрим, где они у меня стояли, вот эти в горшочках. А стояли они у меня вот здесь вот. Вот, посмотрите. Вот это ринга, которая еще никак не зацветет. Но это у меня был уже в посев, уже прям весной. Вот, посмотрите, какие. Вот они. Вот это как раз Клеопа Dark Red. Это его череночек. Вот он. Вот. Я как-то весной у меня не очень получилось черенкование. А вот летом отломилось. Я прям вот туда вон прячу. Вот они. И они нормально приживались. Вот здесь вот. Вот в уголочек и спрятала. Вот как раз забыла показать ампельный звездный дождь. Вот что в прошлом году он был рыдание, что и в этом. На картинке он шикарный нарисован, но у меня не хочет. Ну, значит, больше я его сажать и не буду. Ну что
же я вот хочу подвести итог по своему эксперименту по семенам. Понравилось мне, как я уже и говорила не раз, не два, понравилось мне выращивать семена на фитильном поливе. Осмокот и ому, по сути дела, почти одинаково. Можно сказать, что чуть-чуть ому обгоняло, но в то же время получилось, что осмокот не нужно добавлять. Но я пришла к выводу, если их не опрыскивать и не подкармливать в течение лета дополнительно к осмокоту или ому, они гораздо хуже. Гораздо хуже. Вот в прошлом году я все это делала, раз в 10 дней я опрыскивала каким-нибудь удобрением. У меня и Брексил комби есть, там и кемиры можно. Много всякие удобрения стимулирующие. Они были гораздо лучше. Хотя вот на цветение я не могу пожаловаться. Я уже не раз, и не два, и не три за это время успевала оборвать все вот эти старенькие цветочки. Так что будем думать, что лето было какое-то странное, там то шальная жара, то дожди каждый день, то потом чуть ли не до 10 градусов ночью. Но в то же время посмотрите, все равно все красивое. Все равно все красивое. Вот, посмотрите. Единственное, что я жалуюсь, вот в этой композиции у меня нет красных. Какие-нибудь поярче, такие понасыщенно красные, наподобие вот, хотя бы наподобие вот такой вот. Так что будем налюбоваться пока еще дальше. Посмотрим, что будет дальше. Скоро, через 20 дней, скоро сентябрь. Ну, в сентябре они еще пеларгонии прекрасно себя чувствуют. Ну, будем любоваться, ждать. А так, с вами была Галина. Всего вам доброго. Добра.